И первый участник, Петр Лилиев, с проектом Present Perfect, выходит на эту сцену. Зажигай. Музыку лично отбирал. Спасибо, Иван. Всем вечер добрый. От души. Отличный вечер. Времени мало, поэтому буду очень-очень-очень динамично. Меня зовут Лилиев Петр. Я предлагаю, представляю вам стартап под названием мобильной презентации Present Perfect. Поехали. Сегодня о презентациях. Презентациях — это примерно 1 миллиард юзеров в мире, из которых 95% — это PowerPoint. Наша целевая аудитория — это 120 миллионов, это бизнес-аудитория, которая делает каждый месяц примерно 30 миллионов презентаций. Как сегодня работает презентация? Я в 20 лет в корпоративном мире, я знаю все о переговорках, все знаю о цветных принтерах, все знаю о раздатках, о презентациях, составленными Excel-ами, которые невозможно читать. Что по факту мы имеем? Мы имеем аудитории богатые, классные, нафаршированные, которые требуют обслуживания. Это раз. Мы любим вызывать эту обслугу, пить кофе, тусоваться там, решать свои вопросы. Но по факту, когда мы там общаемся, мы не даем аудитории видеть важную информацию. А аудитория работает по эффекту первого ряда. Первые вовлечены, вторые нет, третьи разговаривают за свечами. И это сложно и дорого. По факту компании обслуживают свои переговорки, они платят огромные за это деньги, они платят лицензии, оборудование, но это работает не так эффективно, как могло бы. Что есть? В 2004 году мы сделали приложение, мобильное приложение, которое называется Present Perfect, которое позволяет делать вам презентации между вашими мобильными устройствами. Я делаю презентацию, я листаю слайд, все, что лежит у вас в руках, смартфон, iPad, не знаю, Mac, неважно. Вы видите все, что я делаю в презентации у вас на устройствах. Вы со мной ВКонтакте, вы видите все, что я делаю. Я зумлю, вы видите это на своем устройстве. Я отмечаю, вы отмечаете. Мы с вами находимся в диалоге, и это ровно так работает. Поэтому на первой партии оказывается все, даже задний ряд. Спасибо за внимание. Present Perfect, у него есть еще одна фишка. Это не просто показ слайдов и не просто аннотации к тем PDF-ам, которые мы показываем. Это и голосование. Поэтому если бы мы сейчас сделали, с Иваном Георгием мы об этом поговорили, может быть, мы как-нибудь сделаем это на стартап-шоу, вы сможете прямо сейчас показывать лайки, да, в интерактиве. И если я парень не промах, я подумаю: о, классно, у меня все здорово идет. И если что-то не так, я скажу: наверное, что-то не так делаю, я подстроюсь под вас. И это история, которая может быть важно в корпоративной среде. Когда менеджер что-то докладывает, он видит обратную связь. Это ваши корпоративные университеты. Идет обучение, вы видите обратные связи от сотрудников. И лектор может подстроиться, изменить то, что он рассказывает. Это так это работает. Что мы сделали? Безопасность в корпоративной среде – это бич. Apple проходит очень сложно, смартфоны проходят сложно. Что мы сделали? Мы упаковали все, что нужно для презентации, в коробку. Сделали это без интернета, сделали это в локальном Wi-Fi и сказали: эта коробка не требует согласования. Безопасность закрыла глаза, сказала: мы согласны, все нормально. И мы можем сделать презентации в поле. Мы приезжаем в поле, достаем чемодан, презентация работает. Мы можем это сделать на 20-30. В начале года мы делали в Анапе на 200 человек, это работает. Как мы это продаем? Продается по лицензии на устройство, $100 одна лицензия. Мы можем продавать это в коробке, это $1000 одно устройство, со всем фаршем, который там необходим для этого. Это может быть аренда, $5, устройство, день. И если вы вообще не хотите владеть устройством и не хотите вообще думать о железе, то к вам приезжает человек и за 10 делает все. От начала и до конца вы только занимаетесь коммуникациями и тем бизнесом, ради которого вы, собственно, и работаете. Мы начали с App Store, мы сделали 250 000 скачек в App Store, получили обратную связь со всего мира. Потом мы перешли в Education. Никто так часто не делает презентации, как учителя, они делают это круглый день. Мы работали с 4 частными школами, столичной, Ломоносовская школа, президент и так далее, и так далее. Мы получали от учителей обратную связь и впитали в себя. Потом мы вышли в B2B рынок, это был Сибур, холдинги, заводы, пароходы, все это мы сделали. Потом был Полюс, и сейчас мы работаем с несколькими компаниями, которые вполне себе на слуху. Сибур, 4 площадки, Сбербанк, 4 площадки тестирования, включая корпоративный офис и офис Украины.
«Газпромнефть Питер», «Веб», давний клиент 2012 года, пришел к нам по референциальной программе «Сибура» и «НИПИ», продолжение «Роллаут Сибура». Мы рассчитываем, команда, я и мой коллега, коллега работает в Ульяновске, в нашей Ульяновске Silicon Valley, Плеханов Алексей, архитектура и развитие. Я занимаюсь продажей и маркетингом и являюсь автором этой замечательной идеи. Спасибо за аплодисменты. Спасибо тебе большое. Сейчас, еще одну минуту. А, это не все еще? Три года. Программа минимум-максимум. То, что мы точно сделаем, это 10 постоянных клиентов. Мы вырастем до 20 лидов. Доведем 1 000 000 скачек в App Store. Сделаем SaaS-версию для того, чтобы, если не требуется супербезопасность, о которой я говорил, это можно делать via интернет, например, в нашей вот сейчас с вами тусовке. Мы сделаем education-версию для версии учителей. Сделаем, естественно, веб-андроид, чтобы все, кто сейчас сидел в зале и имел смартфон, мог также присоединиться к нашей презентации. И сделаем бокс. Бокс – интересная история. Подключаем его к проектору телевизору, больше ничего не надо. Вы – смартфон, бокс и я. Я листаю, вы смотрите все у себя на своем смартфоне. Нам для этого надо 1 миллион смарт-мани в месяц в течение года. Мы кинем в основном их все деньги, ну, половина денег пойдет в разработку, операционка и маркетинг. За год мы разработаем это с вашей помощью, либо за 3 это сделаем самостоятельно. 10% мы готовы уступить нашим инвесторам. Поэтому, если вы инвестор, welcome. Если вы клиенты, вы заинтересованы в том, чтобы ваши презентации были эффективны, классные, вы готовы воспринимать лайки ваших сотрудников или делать такую интерактивную среду, то welcome, приходите, мы точно расскажем, как для вашего бизнеса это сделать лучше всего. Спасибо. Мне кажется, продано, правда? Вот, друзья мои, я вот всем бы рекомендовал вот, пригласить молодого человека к себе в компанию как минимум на мастер-класс для ваших сотрудников, потому что, по сути, это его третий выход. У нас было 2 прогона. Это, как бы, можно сказать, что даже не прогоны, а это уже презентации. И между тем, что было и то, что сейчас, это просто какой-то космос. Если есть пара вопросов у кого-нибудь, это я от души тебе. Вот. Если есть пара вопросов кого-нибудь, лайки, я готов поднести микрофон. Да, ставьте лайки, подписывайтесь на него. Я готов поднести микрофон. Есть ли вопросы кого-нибудь? Пока нет, и хорошо. Мы продолжаем. Спасибо вам, хорошего вечера.